Но я большие массы, как в иконописи, раскладываю большие массы вначале. Метод универсальный. И фонтан не трогаем. Фонтан в конце, да? Да. Не, я сейчас могу его наметить. Кстати, вот холодное я сейчас возьму вот таким. Смотрю массу, чтобы не маленький был, потому что в таком гораздо легче компоновать. Ну, он совсем маленький. Угу. Так, кто-то еще. Опоздавший, все пропустил. Так. Когда-то в Севастополе писал. Уже нереально. Здравствуйте. Здравствуйте. Одна женщина за спиной снимала. Угу. А потом, говорит, ну вот я вас снимала, мне очень понравилось, как вы работаете. Я вам запишу, мол, ну, приносите флешку или что-то. Я вам тоже запишу. Приносите флешку? А я писал, солнце заходило, и солнце било в глаза. Я в очках писал, потому что невозможно. Ну да. А мотив, ну, красивый такой. Так, как белое взять? Скорее всего, я через какие-то теплые возьму. Потому что относительно неба оно белое, теплое. Рефлексирует вот этот асфальт сильно, видите? Угу. Возьмем охрочку. Можно оранжевый немножко намешать. Это такой вначале. Начинаем с абстракции. Это мы любим. Ага. Это единственное, что мы умеем, да? Нет.